Очередной мой выход на урочище. Попытки найти еще одно серебро. И несмотря на то, что я здесь уже столько раз проходил, вот нашел сегодня первую, так сказать, находочку. Вот такую вот довольно-таки старую вещицу. Конинка маленькая. Хотелось бы серебришко. Ну что, серебра пока нет, но зато вот такой вот пятачок попался 49-го года. Чистенький, как новенький. Вот так номер. Нужно серебро искать. Где оно тут лежит? Это самое, что ни на есть удача. Вот это звезда. Не поленюсь, отмою. Минуточку. Хотел было уже закрывать это направление. Думал, последняя копалка в этом году. Но сунулся чуть глубже в лес. И вот эта звезда. Тяжеленькая, кстати. Так что думаю, что и в этом году я это место не закрою. Вот тебе и глухая чаща. Вот такая попалась. Крупная. В хорошем состоянии. Конинка. Прям как вот месяц назад потеряли. Потрясающе дикое место. И я все-таки обнаружил направление, куда двигались люди. И вот подтверждение. Еще одна маленькая конинка. И где-то вот здесь могли двигаться. Наконец-то, старина. Крест. Да еще и с датой. 1864 год. Вот это да. Как новенький. Ох. Я просто... У меня просто слов нет. Вот это да. Все надписи, все. Все на месте. Вау! У меня слов нет. Ха! А я, значит, искал место пребывания людей на той стороне. Все остальные годы. Ха! У меня, в общем, слов нет. Вау! Вот это да. Ха, ладно, подбираю челюсть, иду дальше. И еще более интересная находка. Сейчас я к солнышку разверну. Видимо, это маниста. Значит, нарисован мужик, играющий на дудочке, а на другой стороне медведь слева, а мужик справа. Ху. Вот это да. Вот это местечко я накопал.
шел по мусору. Через месяц сюда будет не зайти. И наконец-то попалась монета. 20 копеек 46 года. Это, конечно, не то, что я ожидал. Но все равно находка интересная. Значит, я на верном пути. Я нашел. Я нашел его. Не могу не запечатлеть эту красоту. Причем нетронутую. Здесь даже пробок от алкашей. Я нашел и то дореволюционные. Вот так вот. Попалась вот такая вот маленькая конинка. Но уже фигурная. Типа ромашка. Вот так вот. Красивая. Все, наверное, на сегодня копалка закончена, потому что вот продолжение дороги, которая просто завалена напрочь. Поэтому, наверное, на сегодня все. Иду к машине.